На мой взгляд, в интернете полно различных перевоплощений, мейковеров из грязи в князи, из чудовища в красавицу, но нету честной, правдивой истории, как стать успешным музыкантом, звукорежиссером, саунд-дизайнером, наконец-таки. Я хочу это исправить вместе с вами и рассказывать вам в следующих своих роликах подробно о тех моментах, о тех переломных ситуациях, которые сыграли ключевую роль в моей карьере саунд-дизайнера, композитора, музыканта. Я вместе с вами буду погружаться на каждом этапе и с каждой проблемой, с которой сталкиваюсь на этапе своего, скажем так, пути. И это, на мой взгляд, будет куда более полезнее, чем я буду дальше рассказывать вам про какие-то базовые вещи, рассказывать, как конфликтует бочка с басом и так далее. Я музыкант, умею играть по чуть-чуть там-сям, но до сих пор не имею тысячи, миллионы прослушиваний. И как вообще собрать свою аудиторию? Я сам не знаю, я знаю только поверхностно какие-то темы, но будет куда интереснее вместе с вами закрывать эти вопросы, писать аранжировки, писать песни свои и добиваться конкретных результатов. Когда это все склеится, смонтируется, от меня будет зависеть, насколько я передам настроение фильма. Вот. И тут моя задача максимально сейчас проникнуться атмосферой, почувствовать вот этот вайб команды, вот, и создать. Вторая конкретная тема, одна из ключевых, которую я сейчас больше буду закладывать, это как попасть в киноиндустрию. Я очень долго доказываю, что звуковой дизайн, вообще музыка, звук, очень важная составляющая часть в видео, в кино, игровой индустрии. Но до сих пор на рынке есть те, кто мало ценит нашу профессию и до сих пор не понимают, зачем вообще столько уделять времени звуку. Я буду конкретно рассказывать, во-первых, как я начал получать короткометражные фильмы, как я попал на свой полный метр. И я буду вместе с вами делиться конкретными поинтами, которые приводят меня к результату, и рассказывать, как попасть в крупный кинематограф. Наша жизнь – это удивительная, интересная, насыщенная история, и много-много различных событий, семейных ситуаций, бытовых могут влиять на нашу карьеру и затапливать, скажем так, наши начинания. Лошади. Я такой же человек, который сталкивается с этим каждый день. И в своих следующих видео я обязательно буду рассказывать, как иметь вот эту психологическую устойчивость, как в сжатых или в сложных рамках пытаться все равно прокачиваться и добиваться определенных результатов и зарабатывать любимым делом. Одна из следующих тем, которые буду раскрывать, это мотивация и проблемы с ожиданием реальности, суровой борьбы с повседневностью, личных споров. Жизнь на самом деле такая, какая есть, и многие забывают, что мы не всегда в лучшей ситуации, в лучшем окружении. Вы сейчас видите одну картинку, многие меня знают как Антон Бустер, тот, который круто делает звук, тот, который сделал там больше 400 проектов. Это все прекрасно, но это все ничего не значит, пока я действительно сам лично не почувствую вот эту уверенность и понимание, что я дошел до той точки, от которой хочу еще дальше идти. И вот об этом я буду рассказывать и делиться вместе с вами. Помимо всего этого, я, конечно же, точечно буду раскрывать и закрывать конкретные темы, которые связаны с продакшеном в разных индустриях, таких как реклама, звук, видео, в ваших документальных фильмах, рилсах, которые сейчас очень популярны. Ну и в целом отвечать на ваши вопросы. Я буду делиться с вами и своей жизнью, буду мотивировать вас и раскрывать живую картинку, которой так не хватало, наверное, многим из вас, и в частности мне. Потому что я все это время, мне сейчас 33 года, искал себя. И многие вещи я сейчас переосмыслил после последних событий, последних проектов. И теперь я буду делать то, что я хочу. А те, кто нуждается в этой информации, кто хочет посмотреть от и до вот этот путь, понять, как с нуля дойти до определенных результатов, заниматься любимым делом, зарабатывать любимым делом, то милости прошу на мой канал. Теперь буду
бустер другой. Я знаю, что эти видео теперь будут полезны более широкой аудитории, потому что я такой же простой человек, простой парень, который поднимается с самых низов, и вы точно так же 100% сидите сейчас, играете на гитаре, мечтаете о больших прослушиваниях, о заработке на своем любимом деле, и вот эти конкретные темы я буду раскрывать. И это только малая часть, с которой я хочу поделиться, и я уверен, что я смогу помочь многим ребятам добиться тех же результатов, которыми обладаю сейчас я. Поэтому обязательно подписывайся на мой новый канал, следи за новостями и подписывайся на мои социальные сети ВКонтакте, YouTube, Instagram, Telegram. Там много интересного, и там будут более подробные темы, которые вы не найдете здесь. Все, до скорых встреч, с вами был Антон Бустер, увидимся.